Добрый вечер, дамы и господа, и всем, кто присутствует на нашей корпоративной встрече. Наша встреча сегодня будет изобиловать важной информацией, которая в дальнейшем может отразиться на вашем будущем. Она будет по-настоящему особенной. Мы будем говорить о вашем будущем, вашей финансовой свободе, персональном росте и многом-многом другом. Итак, меня зовут Юрген Павел Мюллер. Я возглавляю отдел международных продаж. И для освещения наших продуктов и новостей я передаю микрофон моему дорогому коллеге, господину Маркосу Брачко. Он отвечает за продажи в Африке и Европе. И сегодня он будет первым докладчиком и расскажет вам о новых пакетах и о том, что они дадут вашей команде и вашему персональному росту. Итак, Маркос, передаю тебе микрофон. Привет, Юрген, благодарю тебя и добро пожаловать на нашу корпоративную встречу. Мне выпала большая честь выступать пред всеми вами. Сегодня я хочу познакомить вас с нашими новыми пакетами, с нашим новым продуктом, который мы развиваем, и что получите вы на следующей неделе. На следующей неделе, друзья, мы запускаем наш новый продукт, и он будет доступен в нашем бэк-офисе. Позвольте мне представить вам эти пакеты. Мы создали две версии. Первая – это EVO Profit пакеты, а вторая – EVO Expert пакет. Итак, посмотрите, как они выглядят. На слайде содержание EVO профитных пакетов. Вы видите, это комплект из двух платформ. На одной стороне это Академия. Вы о ней уже слышали на прошлой встрече. В Академии будет очень много информации и очень много тренингов на различные темы. В Академии будет полный курс по трейдингу, поэтому каждый сможет обучиться, как использовать торговую платформу, которую мы вам предоставим. Также будут все обновления и новости. Сама Академия состоит из четырех модулей. Основным будет получение продаж в социальных сетях, а также рекрутинг и построение команд. Все это будет в начальных модулях Академии. Академия запустится на двух языках, а с субтитрами – на трех. Также мы имеем 7-часовое видео на различные темы. В будущем их будет значительно больше. Фактически, Академия раскрывает около 60 тем. Это учебные пособия и целая система для вашего личностного роста, а также тренинги на различные темы. На другой стороне мы имеем трейдинговую платформу. В следующих наших встречах вы будете получать все больше и больше детальной информации обо всем. В EVO профитном пакете находятся 4 робота. Затем Algo Optimus, Algo Cyber Robot, стоп-лимитные ордера, умные ордера и доступ к каналу сигнала. Сейчас вам не нужно всего этого понимать. Но когда вы начнете эту программу использовать, у вас будут видео и тренинги. Так что не надо обо всем этом беспокоиться. Еще у нас есть аналитическая панель, которая определяет, насколько робот эффективен в своих решениях по трейдингу. И все, кто покупает эти пакеты, получают бронзовый статус. Давайте теперь посмотрим, что представляют из себя EVO профитные пакеты. Это три различных пакета. Первый на 3 месяца стоимостью 250 евро. С этим пакетом вы имеете 3 месяца доступ к Академии, трейдинговой платформе и робота на 3 месяца. Также вы имеете прямые комиссионные, как обычно, 10%, 3% и 2%. Также для всей команды вы дадите 5 юнитов. И, как я уже говорил, бронзовый статус. Следующий, второй пакет, на 6 месяцев, стоит он 480 евро. В нем те же самые прямые комиссионные, он дает 8 юнитов, а также бронзовый статус. Пакет на 12 месяцев стоит 890 евро. Он создает 15 юнитов для бинара и дает бронзовый статус. Итак, это только начало.
А теперь давайте перейдем к Eva Expert. Этот пакет включает в себя много больше возможностей. Он также дает доступ к Академии, которая равнозначна с Evo Profit. Но здесь, в Академии, вы имеете возможность персонального роста. Это значит, что вы каждую неделю сможете посещать вебинары. Будут тренинг-вебинары с анализированием результатов и вашего персонального роста. У вас будет обратная связь, и это просто здорово. Вы сейчас видите трейдинговую платформу. Здесь у вас включено гораздо больше. Это значит, что в версии Expert вместо 4 роботов у вас будет 8 роботов. Также вы будете иметь Algo Optimus, Algo киберробота, множественные аккаунты, стоп-лимитные ордера, умные ордера, безлимитный доступ к сигнальному каналу, технический анализ и, как я уже говорил, обратную связь от настоящих профессиональных трейдеров, которые будут анализировать ваши сделки, и еще вы будете иметь аналитическую панель. Эти пакеты включают в себя бронзовые статусы. И все, кто начнет бизнес с Eva пакетами, будут иметь бронзовый статус. А теперь давайте посмотрим, как эти пакеты выглядят. Итак, здесь вы видите 4 различных возможности, чтобы начать с Eva Expert. Вы можете приобрести пакет на 1 месяц для пробы и посмотреть, какой будет результат. Я думаю, что это очень хороший пакет на продажу, потому что каждый, имея доступ целый месяц, может посмотреть, как все работает, какой будет результат. Вы можете попробовать одномесячный пакет, а затем выбрать. В версии Expert находятся 8 роботов, которые будут давать замечательные результаты. Итак, пакет на 1 месяц стоит 180 евро. Он дает 4 юнита, прямые комиссионные и бронзовый статус. 3-месячный пакет стоит 450 евро. Он создает 10 юнитов. Цена пакета на 6 месяцев – 850 евро и 20 юнитов для структуры. А пакет на 1 год стоит 1500 евро. На слайде вы видите, что он дает 40 юнитов для получения бинарных выплат. Эти продукты очень интересны для продаж, потому что они дают заработать с самого начала продажи. Я повторюсь, что это очень хорошие пакеты. С ними люди получают большие возможности личностного роста, а также осуществления сделок на криптовалютных сайтах. От себя я добавлю, я желаю вам удачи с этими пакетами и много денег от их реализации. При сравнении этих пакетов вы видите, что Eva Expert более выгоден. Во-первых, он дает до 50% комиссионных. Во-вторых, он дает до 60% юнитов. С этим пакетом вы имеете личностное развитие, помощь профессиональных трейдеров, на 50% больше роботов, множество аккаунтов, неограниченное количество смарт-заказов и технический анализ. Как я уже говорил, с этим пакетом вы будете иметь помощь профессиональных трейдеров. Они будут помогать вам в ваших сделках. Вы будете иметь возможность посещать еженедельные вебинары и курсы, которые мы поместили в Академию. С этими пакетами вы можете уже начать работать со следующей недели, и это очень здорово. Пришло время обучаться у лучших лидеров Karatbars, которые имеют очень большой опыт в организации продаж и построении структур. Они с удовольствием будут делиться с вами своим опытом, своими наработанными фишками, чтобы вы смогли начать бизнес с этими пакетами и получать прибыль. Со своей стороны хочу поблагодарить вас за то, что вы дослушали меня до конца. А теперь я передаю микрофон Мартину. Мартин, ты здесь? Да, Маркос. Мартин, очень приятно видеть тебя здесь на нашей корпоративной встрече. Приступай к своей работе и благодарим тебя. Спасибо, я приступаю. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, дорогая семья Karatbars. Мне так приятно и почетно быть здесь и поделиться с вами этими новыми пакетами, которые компания сейчас запускает. Я благодарю Юргена и Маркуса за организацию этой корпоративной встречи.
и Маркуса за детальное объяснение нам новых пакетов. Также благодарю нашу компанию CarrotBars, всю команду, которая для нас разработала эти замечательные пакеты. Прежде чем перейти к этим пакетам, я хочу заглянуть немного в прошлое, в самое начало всего этого. Все началось с видения одного человека, не правда ли? Доктора Харалда Зайц. Человека, который имел огромное видение дать людям, массам людей, возможность иметь золото. У него по-настоящему широкое видение, и он имеет пространство для постоянного развития. Каждый день, помогая людям сохранять золото, понимать настоящую ценность денег. Следующим шагом развития его видения – это заставить золото работать на людей. Создать глобальную золотую платежную систему, которая, как мы видим, развивается последние несколько лет. Постепенно, внедряясь в пространство блокчейна, цифровые активы, разместить в этом свой проект. Мы не только учим людей сохранять богатство, но и тому, чтобы богатство работало для увеличения потока доходов. Увеличить эти потоки доходов каждому. Наша компания постепенно идет к этому, чтобы мы могли не только сохранять наше золото, а сделать так, чтобы оно работало на нас с увеличением потоков наших доходов. И эти пакеты являются следующим шагом нашей эволюции. Мне нравится, что эти пакеты назвали ИВО-пакетами, потому что здесь мы говорим об эволюции. Это видение развивается для всех нас. Работаем вместе, как семья CarrotBars, как мировое сообщество. Наша корпорация последние 6 месяцев была очень занята. Она, сохраняя безмолвие, была очень загружена, создавая нам эти новые продукты. Оба продукта, EVO Profit и EVO Expert, составляют набор индивидуальных инструментов. Давайте поговорим о них. Для того, чтобы увеличить доходы, множество потоков доходов, нужно иметь некоторый уровень обязанностей. Каждый из нас должен повысить уровень своих знаний. Уровень нашего образования, который мы получаем, помогает нам удерживать наше богатство. Уровень нашего образования отражает уровень наших доходов. Поэтому лично я очень рад тому, что у нас появилась К-академия. Много лет мы развиваем различные системы нашего образования, нашу собственную систему дубликации, образа мышления, навыков, построения команд, работу в социальных сетях. Мы все создаем и получаем в своих командах, свои собственные навыки и различные умения. Мы все знаем, что ключи к дубликации сходятся в одной общей системе, один общий язык для всех. Так вот, для меня К-академия и есть этот ключ. Месяцы и месяцы работы, вложенные в это дело, сейчас это является для нас решением. Различные модели, социальные сети, получение навыков, построение структур и все это, то, о чем Маркос сейчас нам рассказывал, как я понимаю, является ключом не только к дублицированию в индивидуальных командах, но и дублицированию во всем нашем сообществе по всему свету. Если каждый из нас будет получать больше образования, построение бизнеса, образе мышления, процитирую Джима Рона. Формальное образование будет зарабатывать на жизнь, а самообразование – на наше благосостояние. Так вот, именно здесь я вижу наше образование, которое позволит нам изъясняться на одном языке. Для меня лично только одна К-академия сама по себе стоит EVO Profit и EVO Expert пакетов вместе взятых. И это только половина уравнения. Затем мы получили другой продукт, как результат напряженной работы за последние месяцы и выпущенный нашим новым партнером компанией в торговом пространстве. Эта трейдинг-платформа для нас новый вид денежного потока. Мы говорим об умножении потоков доходов. Эта трейдинговая платформа предлагает автоматизацию и предлагает трейдинг вручную, и мы можем следовать за сигналами экспертов. Вы видите, что, как объяснил Маркус, EVO Profit пакет – это наименьшая версия трейдинговой платформы, имеет наименьшее содержание, чем EVO Expert, когда как EVO Expert наполнено больше. Но сама по себе трейдинговая платформа по своей ценности, по моему мнению, превышает оба – и EVO Profit, и EVO Expert. Но мы имеем академию и трейдинговую платформу, собранные в единый комплект. Я нахожу этот продукт абсолютно уникальным для всех нас и нашей экосистемы.
Цифровые активы в сочетании с основой физического золота, платежной системой и децентрализованным платежным решением и всеми нами, которые поднимают свой уровень образования, увеличивают свои потоки доходов, работают вместе как единое общество, управляют своими активами, и это влияет на мир как лучшие альтернативы. Нет лучшего продукта, который корпорация могла бы выпустить. Итак, сейчас она выпустила в свет продукт своей работы. Я обожаю Ива. Это следующий шаг в нашей эволюции. Маркус сказал, что пакеты появятся на следующей неделе, и это здорово. Итак, пакеты будут иметь различное содержание, но от чего я в восторге, так это того, что компания решила использовать модель подписки, оформление подписки с различным временем действия по возрастающей. Например, подписка на Ива Профит осуществляется на 3, 6 и 12 месяцев. Это возможно для всех и каждого, чтобы начать. Если у человека не имеется достаточно средств для оформления Ива Профит на 12 месяцев, то это нормально. Он может оформить на 3 месяца, а затем приобрести более весомый пакет. А для Ива Эксперт имеется возможность оформления на 1 месяц. На 1 месяц, на 3, на 6 и на 12 месяцев. Если сравнить эти два пакета, то, конечно, Ива Эксперт полностью преобладает. Ива Эксперт имеет более чем в 2 раза богатое наполнение, более открытых возможностей, больше технического анализа и доступа к трейдерам. В Академии также с Ива Эксперт больше возможностей, чем в Ива Профит. В общем, в любом случае, такой комплект является наилучшей комбинацией получения образования и дополнительного дохода. Сам по себе этот комплект привлекателен для всех, но мы же выстраиваем бизнес, и этот продукт будет очень мощным для построения бизнеса. Как Маркус охарактеризовал, там есть прямые комиссионные – 10, 3 и 2%. Замечательно. Количество юнитов для бинарной системы очень хорошо поднимет выплаты по бинарному бонусу. Итак, со своей частью объяснения пакетов я справился, и теперь передаю микрофон другому спикеру. Он просто феноменальный спикер и мощный лидер. Он является золотым элитным директором 3, получившим часы Rolex, а также Mercedes. Приехал к нам из Атланты, штат Джорджия. Встречайте, мистер Майкл Делко. Принимай эстафету, брат. Благодарю, Мартин. Мне очень приятно принимать участие в этом мероприятии с тобой и другими лидерами. Прежде чем начать, я хочу сказать о своем чувстве. Так вот, я впечатлен. Благодарю вас, мистер Брачко, мистер Пулл Мюллер, за то, что вы продолжаете поднимать нашу компанию на новый уровень. Я занят в сетевом маркетинге с 1993 года. Так вот, ребята, кое-что вы не найдете в своем бэк-офисе. Юрген Пулл Мюллер, Маркус Брачко, мистер Мартин, вы не найдете их в своем бэк-офисе, просто их там нет. Но они являются частью того, что мы предлагаем. В мире такого нет руководства, как Karatbars International. Я никогда не беспокоился о Karatbars, потому что в нашей лидерской группе люди ориентированы только на Karatbars. И они уверены в том, что если Karatbars и упустит что-нибудь, то они тут же появятся и получат это. Это необыкновенная группа лидеров. С 1993 года я постоянно испытывал проблемы в интернет-индустрии. В 2013 году мой спонсор Томми рассказал мне о Karatbars. Там я встретил удивительного человека, который через моего спонсора стал рассказывать мне о персональном росте. И я понял, что за все эти 20 лет я многое упустил в сетевом маркетинге. Первое. Продукт был подозрительным. Karatbars – продукт из-за золота. Также у нас не было руководства, которое было бы нам нужно, руководство, которое бы нас развивало через наш персональный рост. И вот вдруг буквально все пришло и одновременно определило нам место. Мы воспользовались случаем вступления в новую культуру и получили возможности, которыми компания обеспечила нас через Иво. Послушайте, я просто в восторге от трейдинговой платформы, но также это то, от чего мне так смешно. Просто торговля – это не мое. Но также и не криптовалюта, не новые технологии, не компьютеры, не телефоны. Все это не мое. Я подключился только из-за золота.
И я все еще здесь только из-за золота. Но Карат-Барс медленно и уверенно развивается, продолжает нарезать нам все больше и больше продуктов, делает так, чтобы нас было больше, сделает нас лучшими лидерами, лучшими предпринимателями. Но делает он не вдруг и не сразу, а медленно и постепенно. Иногда вы говорите: «Расскажи мне обо всем сразу». Но вам этого не надо. Слишком большой кусок. Это занимает некоторое время, чтобы понять и применить. Возьмите часть, разберитесь, затем примените, потом беритесь за следующую. Постепенное развертывание продукта на этой трейдинговой платформе со стабилизационной монетой. Компания произведет абсолютный фурор на маркете. Ребята, вы находитесь в правильном месте и в правильное время. Мы всегда хотим научиться делать деньги, правильно? Итак, мы рассматриваем трейдинговую платформу, и вы максимизируете свои доходы, используя трейдинг, роботов. Это замечательно. Вы получили удивительные вещи – стабилизационную монету, пассивный доход. Это феноменально. Но для движения вам нужно наполнить баки бензином. Посмотрите, что у меня в руках. Читайте книги, думайте и богатейте. Библия богатейшего человека. Прочтите эти книги, потому что Карат-Барс буквально проводит такие же реформы. Я говорю о накоплении золота. Наш вышестоящий партнер, мистер Тай Бест, пишет эти книги. Дон Максвелл. Он в течение 6,5 лет проповедовал нам, что нужно читать книги. Персональный рост необходим, потому что очень редко происходит такое, когда ваш финансовый рост опережает ваше личностное развитие. Только подумайте, поместить это в пакеты и создать вознаграждение для нас – это что-то невероятное. Я давно говорил, что сети – электронная коммерция, построение бизнеса в сетевом маркетинге – это план саморазвития, к которому прилагается план вознаграждения. Подумайте на минутку о том, что все, что мы делаем – это помогаем людям, заботимся о них и становимся лучше, а нам еще за это и платят. Так что, ребята, я могу вам сказать, что я очень рад направлению этой компании с руководящим составом в Штутгарте, Юргеном Пулвемюллером в Швейцарии, Томми Моррисоном в Америке. Мы можем продолжать и продолжать. Эта компания очень надежная, и я горжусь этим. Но с большей гордостью я представлю вам следующего спикера. Окей, я имею вот такие часы, и я знаю, что они значат. Это долговременная программа на часы Rolex и Mercedes-Benz. Но человек, которого я представлю сейчас вам, заслужил не только часы Rolex, но также и Mercedes E-класса, затем Mercedes E-класса и Mercedes S-класса. И она на пути к вилле. Я вам скажу, друзья, она абсолютный профессионал. Она учит нас не только как делать деньги и сохранять их в золоте и делиться этим с другими, но и как максимально усиливать в продажах. Это звучит хорошо, и вы можете зарабатывать кое-какие деньги, но ключ к сетевому бизнесу – это усиление, означающее рычаг. Это значит, что нужно помогать наиболее возможному количеству людей. Не обращайте внимания на возражения, делитесь информацией. Позвольте ищущим найти вас. И эта молодая леди имеет качество выдающегося лидера с опытом работы в сетевой индустрии более 30 лет. Я подозреваю, что она начала эту свою деятельность лет с 5. Итак, представлю вам нашу золотую сестру из Канады, мисс Ницу Накас. Добрый день, мисс Накас. О, мистер Майкл Дейкл, я бы хотела быть такой, как вы, когда буду взрослым. О, Майк, всегда, какое у тебя воодушевление. Приношу огромную благодарность тебе, Майк, за все то, что ты делаешь для нас. Что я могу сказать вам, друзья? Это прекрасное время для утра, замечательное на весь день и отличное для славы и золотого вечера. Я надеюсь, что каждый из нас чувствует себя так же, как и я. Мне хочется, чтобы это было у всех. Океан благодарности нашим сотрудникам Карат-Барс, обоим партнерам Мартину и мистеру Майклу Дейко, которые все прекрасно объяснили. Эта команда работает 24 часа в сутки. 24 часа для того, чтобы донести для нас лучшие варианты, наилучший путь. Да, мы не видим это с нашей точки зрения, но вот что я могу сказать вам. Вспоминая прошлое, последние 7 лет я нахожусь в этой компании, и так же, как и Майкл, я вошла в эту компанию только из-за золота, потому что
Моя история такова, что я много-много лет посвятила себя сетевому маркетингу, и я создала себе достаточно богатое портфолио в этой индустрии. В 2008 и в 2009 годах только из одного неправильно принятого решения я потеряла все. И это решение было таковым. Я не имела золота. Речь не идет о том, что у меня не было золота. Я просто не была открыта к этому. Скорее всего, мне был непонятен концепт. Почему у богатых людей золото в почете, а у простых его просто нет? А сейчас я бы хотела, чтобы золото было у всех. Раньше мы говорили, если бы я мог сделать это, у меня было бы то-то и то-то. Все достаточно просто, но я ни о чем не сожалею в своей жизни и всегда с благодарностью отношусь к тому, что происходит в жизни. Мой урок был очень дорогой. Фактически я потеряла миллионы долларов с компанией Love's Wealth Transfer. Но этот урок был для меня ясен и понятен. И теперь не имеет значения, сколько денег мы зарабатываем, значение имеет, сколько денег мы сохраняем. Наша компания Karatbars – прекрасная, любимая компания, несет в мир такую замечательную возможность. Я хочу на некоторое время обратить ваше внимание на золото. Мне нужно рассказать вам об его пакетах, но позвольте мне задержаться немного на золоте, потому что я недавно закончила разговор с моей очень хорошей знакомой, которая открыла аккаунт в Karatbars еще в 2014 году. Она не купила пакета, потому что она не была заинтересована строить команду из-за своей занятости в нескольких других проектах. Но ей нравилась идея иметь для себя бесплатный золотой накопительный счет. Она понимала ценность золота, но я поделилась с ней своей историей о том, как бы я хотела иметь золото раньше. Она сделала правильно только одну вещь. Это было 5 лет назад. Она поставила на покупку 1 грамма золота в неделю на автомат. Это приблизительно около $300 в месяц. Это обмен плохих денег на хорошие. Конечно, все это время я проверяла ее аккаунт, информировала о том, что в Karatbars происходит. Она обменивала бумагу на золото постоянно и была счастлива от этого. А сегодня я разговаривала с ней по телефону и рассказала, что у нас в Karatbars происходит. Я надеюсь, вы знаете, что к сегодняшнему дню золото достигло цены 1800 евро за унцию. Я думаю, что сейчас его цена 1815 или $1812, или где-то около этого. Так вот, мы взглянули на ее аккаунт и сделали кое-какие расчеты. Она была поражена. Она сказала мне вот что. «Ница, как это могло произойти, что у меня...» В общем, ее золото поднялось в цене, и мы знаем, более чем на $1800 за унцию. И мы просмотрели его рост за все 5 лет. А ведь золото продолжает расти. Оно поднялось на 4% за последние 30 дней. Поздравляю всех, кто успел купить его по старой цене. Оно поднялось в цене на 28% за год. Огромное поздравление тем, кто вошел в Karatbars и в течение этого года приобретал золото. Но за последние 5 лет золото поднялось более чем на 50%. И когда мы просмотрели ее аккаунт, она спросила, как это могло случиться, что мои сбережения почти утроились? В течение 5 лет мое золото постоянно поднималось в цене до 50%. Я сказала ей, тебе не нужно на это смотреть. Ты сохраняла деньги в золоте постоянно, каждую неделю. Неделя за неделей, неделя за неделей. И за это время происходили скачки. Были минимумы и были максимумы. Но потому что у тебя цена на золото усреднялась. Ценность золота за последние 5 лет на твоем аккаунте на сегодняшний день поднялось не на 54%, а почти на 300%. Я стала думать, и у меня зажглась лампочка в голове. Сначала я проверила свои настройки на AutoExchange, и у меня там тоже цена поднялась. Так вот, ребята, причина, почему я вам это говорю сейчас, наша замечательная компания эволюционирует. Происходит эволюция. Это имеет свое название – ИВА-пакеты.
Мы развиваемся, добавляем дополнительную ценность, дополнительными способами для клиентов, чтобы строить им богатство, также и для партнеров дополнительные варианты создания им богатства и для получения свободы. Мы собираем все вместе в одно целое, все, что дает нам компания. Но постоянно помните о базе, на которой стоит наш бизнес, насколько этот бизнес легок. Я только что привела вам феноменальный пример. 5 лет реальной человеческой жизни. Что произошло за это время? Эта женщина в течение 5 лет еженедельно сохраняла для себя 1 грамм золота. А можем ли мы получать золото бесплатно? Да, легко. Нам нужно направлять сюда других людей. Нам нужно предложить им мульти-голд пакет, то есть мульти-золотой пакет. Если мы имеем мульти-золотой пакет, то что мы будем зарабатывать? Нам золото будет доставаться бесплатно. Это кэш-голд-бонусы. И здесь присутствует магия для всех. Из числа 5. Предложи всего 5 пакетов и получи свой пакет бесплатно. Все просто. Справитесь с этим? Наши послания, видение, как я это вижу. Меня часто спрашивают люди, как ты зарабатываешь на жизнь, Ница? А я им отвечаю, что я свободный предприниматель. У меня полный рабочий день, как пипи. Они меня спрашивают, что такое пипи? Постоянный путешественник. Правда, честно признаться, я сейчас немного путешествую, но скоро вернусь к этому опять. Хочу вас спросить, что может быть лучше предложение массам людей возможности взять девальвирующиеся счета, которые они имеют, и превратить их в ценные активы, которые им будут платить? Сможете ли вы найти только 5 человек? Всего 5. Сможете ли вы найти 5 человек, которые захотят свои девальвирующиеся счета превратить в ценные активы, которые будут им платить? Всего 5 человек. Эти ИВА-пакеты являются следующей эволюцией. Моя золотая семья, а также все те, кто смотрит этот вебинар, благодарю вас, если вы являетесь гостями, настроенные на Карат-Барс, которая делает огромные шаги в своем развитии, в своем эволюционном росте своего бизнеса. 2020 год – непростой год, сумасшедший год, который, скажем, вселивший уверенность множеству людей. Многие люди потеряли работу, десятки миллионов людей, даже в Америке. Бизнесы по всему миру закрываются, но наша компания, наоборот, расширяется. Наша компания открылась во многих странах с того времени, как по миру ударил коронавирус. Наша компания развивалась и принесла на рынок новые продукты. И сегодня она сделала огромный скачок. Мы не говорим о других вариантах получения доходов. Это содержит другую концепцию. Мы предлагаем миру путь превратить обесценивающие деньги сберегательные счета в ценные активы, которые будут платить каждому. Мы ведем с этими активами бизнес. Кто из вас строит бизнес сейчас? Сколько человек, сколько новых людей имели с вами разговор в вашем бизнесе? О возможностях? О золоте? Мы должны говорить сегодня о золоте. Это огромная тема. У нас есть само золото. Я не плачу даже за грамм золота в Карат-Барс Интернешнл уже почти 7 лет, дамы и господа. Сколько людей захотели бы иметь такую возможность? Покажите им, как получать золото бесплатно. И теперь, сейчас, у нас есть возможность превратить его в цифровые активы, криптовалюта. И с нашими ИВА-пакетами мы сейчас сможем запустить нашу криптовалюту в работу и видеть каждый месяц весь потенциал. Нам нужно понять, что это трейдинговая платформа. Каждый месяц будет по-разному. Иногда вверх, но иногда и вниз. Мы не можем предсказать, но знаете, в течение 2 лет они работают очень хорошо. В среднем всегда были в прибыли от 1 до 8% в месяц. Выбирайте сами, трейдинговая платформа будет работать. Хотите производить сделки сами, или хотите обучиться этому, или взять себе робота, который будет торговать за вас. Это будет стоить вам $5 в день. Вот о чем мы сегодня говорим. Каждый, всего $5 в день.
Дамы и господа, я не могу ничего добавить к тому, что сказали Майкл и Мартин. Мы знаем, что инвестиции в себя всегда ведут к наибольшим доходам. Не имеет значения, будет ли это золото или крипто. Постоянные инвестиции в себя, и вы никогда не будете без денег. Самое главное, в первую очередь инвестировать нужно в себя, что вы внесете и что вам вернется. И эти ИВА-пакеты все скомбинированы. Что делать с трейдинговой платформой, если у нас нет необходимых знаний? Если мы мыслим неправильно, если у нас нет никаких навыков, чтобы был ожидаемый результат, и у нас нет финансового образования? Зачем людям нужно золото? Зачем людям нужна криптовалюта сегодня? И как все будет легко за $5 в день? Просто пригласить других людей, быть партнером. Подумайте о членстве в команде. Платите ли вы ежемесячно, за 3 месяца или за год? Это будет работать за $5 в день. Мы платим за Starbucks кофе латте $5, ясно? Те, кто живут на Западе, как мы в Ванкувере, Сиэтле, в Калифорнии, платят за этот кофе $5 или чуть-чуть дороже. Я знаю, что в Европе это стоит немного дешевле. Можем ли мы поменять стакан Starbucks кофе на возможность создания финансового благополучия, возможность увеличения активов, которые платят нам каждый божий день? Я хочу кое-что сказать вам, друзья мои. Наступило время, когда отрицательные процентные ставки обрушились на нас. Очень много стран по всему миру, где вы должны платить. Знаете, Юрген звонит сегодня из Швейцарии, и там, в Швейцарии, вы должны понять, что вы должны платить почти 1% за то, что храните деньги на сберегательном счете в банке. То же самое происходит и в Японии, Дании и других частях мира. Это наступает. Я сегодня читала статью, где говорится, что президент Америки Дональд Трамп настаивает, чтобы банки ввели отрицательные процентные ставки. Это дорога в будущее. Люди будут держать деньги дома, но это нам на руку. Вместо того, чтобы наблюдать это со стороны, мы перетянем эти худеющие банковские счета к нам и дадим им рост. Мы превратим их в ценные активы, которые будут всем платить. Для меня, по правде сказать, это большая честь работать с этой платформой. Здесь очень много лидеров, которые будут находиться и работать с вами в следующие недели и следующие месяцы. Мы будем изучать, будем расти в этом все вместе. Большое спасибо, Карат Барс, мистер Харальд Зайц. В первый раз, когда я вас увидела, я уже знала, что буду следовать за вами до конца своих дней. Благодарю вас за ваш несгибаемый и отважный дух, за смелость вводить новшества и всегда идти впереди времени. Всем остальным в конечном итоге приходится догонять. Вы смело делаете это, и делаете это правильно, потому что вы сердце для людей. Еще раз благодарю вас. Я знаю, как тяжело вам достается то, что вы делаете для нас за кулисами. Мы наилучшая команда в мире. Однозначно. Наилучшая команда в мире. Что мы делаем, двигаясь вперед? Это просто. На следующей неделе мы получим пакеты. Я спрошу вас, знаете ли вы 5 человек, всего 5, кто хотел бы взять девальвирующийся, усыхающий счет и превратить его в ценный актив? В ценный актив, который будет им платить. Хотите получить его пакет бесплатно? Получить свое членство бесплатно? Независимо, какой вы выбрали вариант, месячный, трехмесячный или годовой пакет. Просто найдите 5 человек. Кое-кто в вашей команде их имеет. Отлично. Найдите своих 5 человек. Поставьте их в структуру. Дайте посмотреть это видео. Как только они встанут в структуру, ваше членство будет бесплатно. Помогите своей 5. Помогите им получить свое членство бесплатно. И знаете, что произойдет? Имеете ли вы месячный пакет или купили годовое членство? Помогите своим 5 получить пакеты бесплатно. И вы будете зарабатывать где угодно, дополнительно от 500 и до $1000 в месяц. А это $6000 в год. И все. Помогите им получить
бесплатно каждому, и вы получите золото бесплатно в этом замечательном плане. 5. И вы независимы. Увеличивайте свои активы. Улучшайте себя. И, дамы и господа, давайте поможем построить этот мир в мирном, уединенном и замечательном месте Скарлетт Барс Интернешнл. Благодарю вас всех. Всем хорошего дня. Увидимся позже. Наша встреча закончена.